Независимость – это качество лидера, а технологичность – это его преимущество. Это настоящая свобода. Винтепло представляет автономную модульную котельную «Титан-М». Это полностью законченный тепловой узел, применяющийся для автономного бесперебойного отопления и обеспечения горячего водоснабжения производственных, административных и складских помещений, а также рабочих поселков и временных поселений, где нет возможности подвести газ или выполнить капитальное строительство систем отопления. Давайте предоставим слово Андрею Николаевичу Васильеву. Добрый день. Коммерческому директору компании «Винтепло». Он в деталях расскажет о преимуществах и характеристиках модульной котельной «Винтитан-М». Котельная состоит из четырех функциональных блоков. Первый блок – блок нагрева, состоящий из индукционных котлов «Винпром», сердце нашей установки. Второй блок – это блок управления и автоматики, состоящий из шкафов управления. Третий блок – это сам контейнер, в котором размещено все наше оборудование. И четвертый блок включает в себя пожарную сигнализацию, отопление, освещение и вентиляцию. А теперь позвольте рассказать вам о технологии индукционного нагрева, которая лежит в сердце нагревателя «Винпром». Устройство и принцип работы нагревателя максимально просты и надежны. Блок управления, основание, теплообменник, катушки индуктивности и ферромагнитный сердечник. Ток промышленной частоты, проходя через катушки индуктивности, создает магнитное поле, которое практически мгновенно нагревает стенки теплообменника, а он, в свою очередь, нагревает теплоноситель, будь то вода, масло или любая другая технологическая жидкость. Андрей Николаевич, за счет чего обеспечивается надежность и универсальность модуля «Титан-М»? Модульная котельная «Винтитан-М» работает на токах промышленной частоты 50 Гц. Система «Винтитан-М» подключается к теплотрассе через универсальное планцевое соединение и без проблем интегрируется в производственные процессы. Важной особенностью модулей «Винтитан-М» является то, что они могут дополнять друг друга, обеспечивая еще больше мощностей для потребления тепла. Наше оборудование комплектуется резервными системами, что обеспечивает дополнительную автономность и универсальность. Андрей Николаевич, предприятиям каких отраслей вы можете быть полезны? Котельные «Винтитан-М» в первую очередь используются в труднодоступных регионах, где необходимо создать надежные условия для жизни и работы людей. Например, в условиях крайнего севера для обогрева целых поселков. Также наши котельные прекрасно работают там, где необходимо обеспечить автономность и стабильность подачи тепла и горячей воды. А это, конечно, газовики, нефтяники, производственные и управляющие компании. Андрей Николаевич, такие модули наверняка вызывают сложности при транспортировке. Вы знаете, нет. Для нас это не представляет никаких сложностей. Мы сами организуем доставку своей продукции в любую точку в России и стран СНГ. Также вы сможете рассчитывать на нас при запуске и монтаже оборудования, как и при сервисном обслуживании. Для нас важно, чтобы наше оборудование работало максимально долго и приносило пользу. Наша компания работает с 2007 года. За это время мы собрали сильную, надежную, профессиональную команду. Наше оборудование постоянно обновляется. Мы создали очень сильный конструкторский отдел с технологами и конструкторами высокого уровня, которые решают индивидуальные задачи. А создание модульных котельных – это как раз индивидуальное решение. ВИН – эксперт в индукционном нагреве. Винтепло.ру